Ну что, дорогие друзья, мои рубрики новые практически все готовы, и в скором времени будут выходить ролики с каждой новой рубрики, я на стримах об этом спойлерил, про новые рубрики, которые не в этом ролике, я расскажу чуть попозже, а про эту рубрику прямо сейчас. Значит, ребята, это одна из моих новых рубрик, сегодня вот стартует, она не до конца сделана, потому что еще будет новая рамка, и в скором времени добавится интро, не знаю, было интро в этом ролике или нет, потому что на данный момент, когда я записываю ролик, интро еще не готово. Ну, в общем, суть этой рубрики заключается в том, что я буду проводить батлы среди рандомных игроков в игре Clash Royale. Я буду выбирать два рандомных игрока, они будут батлиться у меня, три поединка, и у кого больше побед, тот и выиграл. Все три поединка будут разными, чтобы это не приедалось. Я буду придумывать разные условия, разные челленджи. Вы тоже можете помогать мне в этом комментариях, придумать свои какие-то условия, и мы будем проводить подобные батлы. Победитель получит у меня 500 гемов. И такие рубрики, точнее такие видосы с этой рубрики будут выходить, ну, приблизительно 1-2 раза в неделю. Призы пока небольшие, 500 гемов, но это такой приятный бонус, плюс вы еще в видос попадете. И сегодня так сложилось, что это идеальный вариант было на подобной теме выехать и, возможно, даже там собрать просмотров и пропиарить данную рубрику. Сегодня, ребята, у нас будет батл среди игроков Конора и Хабиба. Вот сегодня буквально ночью состоится у них бой. Я думаю, что это прикольно будет обыграть эту сцену, и мы вот придумали такие вот ники. Вы можете тоже придумывать, допустим, ники для будущих батлов в среди каких игроков, да, и, к примеру, какими ники им придумать, чтобы они привели между собой батл. Возможно, это будет разнообразно, интересно. Пишите ваши идеи в комментариях. Два добровольца согласились сменить ники под подобную тематику, и это будет интересно. Сегодня они выяснят свои отношения, и кто же из них выиграет в игре Clash Royale. Ну и сегодня узнаем ночью, кто же победит. Кстати, напишите в комментариях, за кого вы, за Конора болеете или за Хабиба. Конечно, не знаю, когда вы смотрите этот видос, но на данный момент боя еще не было. Итак, эти бойцы уже готовы, я им продиктовал условия. Значит, у них первый батл будет стоять из зашкварных колод. То есть они возьмут рандомные деки на восьмой арене, какие-то зашкварные, проведут первый бой с зашкварными деками. Второй поединок у них будет внезапная смерть. Кто первый снесет вышку, тот и победил. И третий поединок будет у них своими авторскими деками, или неважно, какими они деками там играют, своей колодой, которые они повседневно играют в глобале, которые они умеют играть. Вот такие вот три поединка я придумал для них, и узнаем, кто сегодня выиграет, Конор или же Хабиб. Предлагаю перенестись к самому батлу. Пау-пау-пау! Или как там на версусе делают. Итак, ребята, Хабиб против Конора встретились на арене, и давайте же посмотрим, какие у них колоды. Мне очень интересно, какие деки они выиграли. Снизу у нас Хабиб, сверху у нас Конор. Ну, я имею в виду, вот за синего короля играет Хабиб, за красного играет Конор. Итак, понеслась, друзья. Напишите также ваши ставки. Ну, конечно, вы не знаете. Кстати, я выбрал игроков практически на одном уровне. То есть у одного челика 4000, у другого 400, по-моему, в профиле. Поэтому они практически на одной арене, чтобы, ну, силы были равными. Как вы думаете, кто из них выиграет в игре Clash Royale? Ну, не там на ринге, а здесь. Вау! Ребята, не удивляйтесь колодам, они реально зашкварные, они с восьмой арены, они взяли их рандомно, они не договаривались. И это такое было условие, и если, знаете, вот вы скажете, несправедливо, вот у него прям очень голимая колода, а у другого прям более-менее. Вот так совпало, так сложилось, такие условия, и в этом и соль, в этом и интерес, потому что тут будет в основном решать не скилл, а вот, не знаю, удача и, ну, и скилл тоже в том числе. Ну, в основном будет вот это фановые такие поединки, потому что условия будут совершенно всегда разными. Вы тоже мне помогаете над идеями работать. Они, конечно же, будут повторяться. Условия, смотрите, его не просто он просто прошел сквозь вот это весь деф, Тесла, что у него там, элитки, башня-бомбежка с Валькирией и с дровосеком просто минус вышку практически сделал. У Конора колода с Хогом и ведьмой. И с ведьмой? Очень странно, да? Но еще две карты мы не знаем, наверное, это спылы. А у Хабиба, ребята, прям боль. Элитные варвары с Хогом, Принцем, Теслой, башней бомбежки. Этим играет на восьмой арене. Ну, честно, забавно, согласитесь, интересно. Пока что проигрывает у нас Хабиб. Вот, но это пока первый поединок. Второй у них поединок, напомню, будет с внезапной смертью. Кто первый снесет вышку, колоды они составили абсолютно сами. Я не вмешивался в этот процесс. Вот, поэтому колоды они составили так, как они их видят. Вот, смотрите, нападают элитные варвары. Но они разделяются, одного элитного варвара забирает Валькирия, один летит на вышку. Но тут
объективно проигрывает Хабиб, потому что по колодам, конечно же, хотя я не знаю, лучше или хуже колода, как чья колода лучше или хуже, они оба какие-то неправильные, но у Хабиба однозначно лишнее здание дефа. Ой, хороший заход, смотрите, Пойзен со стороны Конора, Конор обороняется, и тут, смотрите, Ардаминьонов плюс Принц, их Конору нечем дефать, Хабиб атакует, но тут встречает его дровосек. Вот они, элитные варвары, навстречу несутся, но там, блин, конечно же, Валька дефает. Тут повезло, конечно, Конору, что у него есть Валька в колоде, вот, потому что, ну, трудно дефать элитных варваров. И, блин, очень далеко поставилась башня-бомбежка, Хок сразу не среагировал, но если бы не Тесла. Залетает Хок с правой стороны от Хабиба, ну, армия скелетов, блин, очень поздно был выброшен зап, поэтому Хок сделал всего лишь одну тычку. Проблема Хабиба в том, что у него нету тяжелых заклинаний. Естественно, в этом случае его колода хромает, и она проигрывает объективно Конору. Но они сами выбирали эти деки. Поэтому. И вот он Poison, и, наверное, он все-таки добивает его вышку. И счет становится 1-0 в пользу Конора. Сейчас будет второй поединок. Посмотрим, кто же там затащит. Итак, второй поединок, ребята, напоминаю, у нас по условиям внезапной смерти. Кто первый сносит вышку, тот и побеждает. В принципе, практически то же самое было и в прошлом поединке, да. То есть была снесена всего лишь одна вышка. Вот, но. Смотрите, какой заход от Хабиба. Дровосек плюс. Королевские свиньи. С помощью торнадо попытался. Ой-ой-ой, фриз со стороны Конора. Ой-ой-ой-ой, что же происходит? Просто сходу минус вышка. Да это просто нереально. Хабиб сравнял счет. У них теперь счет 1-1. Блин, ну это нереально. Мне же интересно, что у них за колоды были. Мне бы их посмотреть. А мы сейчас можем выйти с поединка. Сейчас, кстати, кто-то из них закончит бой. Мы посмотрим, что же за колоды были. Я так понимаю, что у Конора была дека что-то с шариком. Либо, я не знаю, ну что-то, видим, фриз, да, у него есть. Что-то было, наверное, райд, шарик, дровосек или что-то в этом роде. Вот, а вот Хабиб не парился, взял дровосека, кабанчиков и просто снес сразу вышку. Так мы и не узнаем, что за последние три карты были. Ну, скорее всего, вот Тесла. Ну и, скорее всего, там дровосек и шарик остался. Вот. Вот такой вот получился поединок, и счет становится 1-1. Сейчас будет третий решающий батл, и мы узнаем, кто же победит эту схватку в Clash Royale. Итак, последний поединок, ребята, у них сегодня, и кто же сейчас выиграет, узнаем прямо сейчас. Напоминаю, третий поединок у них по правилам играть своими колодами. Абсолютно неважно, первую вышку снесут, три короны. Кто выиграет по правилам вот этого игры Clash Royale, да, по правилам арены, тот, в принципе, забирает 500 гемов. Да, приз, конечно, не такой, как у реальных бойцов, но, тем не менее, я хочу эту рубрику, ребята, проводить на постоянной основе. И чем больше она вам будет нравиться, чем больше она будет собирать, тем чаще я буду проводить. Пока что, я думаю, планирую один раз в неделю, возможно, два. Посмотрим на ваш отклик и как вам эта рубрика зашла или нет. Вы можете написать какие-то свои идеи, возможно, что-то предложите доработать в этой рубрике. Вот, предлагайте свои идеи на три разных поединка, потому что я не хочу, чтобы поединки были всегда... ну, вот три поединка, просто играть своими деками нормальными, да. Это скучно, интересно придумать какие-то вот условия, челленджи. Это, опять же говорю, будет зависеть в основном не от скилла, а от удачи. Куда сейчас не без удачи? Итак, у Конора Макгрегора у нас колода с Инферно. Ой, спеллбейт с Инферно. А у Хабиба колода с дровосеком и хогом и гоблинской бочкой. Достаточно странно, это не метод дека, скорее всего авторская, либо я что-то не знаю. Но напоминаю, что оба игрока играют на 4000 кубков. Преимущество Конора в том, что у него есть бревно и он может бочку контрить спокойно. А у нас же, точнее у нас, у Хабиба, просто когда за синего короля всегда я... Беру это, как будто я играю. Вот, комментирую, точнее, как от первого лица. У Хабиба зап, поэтому преимущество у Конора. Но пока что по вышкам проигрывает именно Конор. И вот она, принцесса с ледяным духом. Ай, не дает Инферно нам пройти. Но там пока что на рыцаря сагрилась Инферно. Бочка куда-то вправо кидается. И смотрите, Конор не дефает бочку и... 400 хп остается, но у Хабиба тоже не так уж много, 700 хп, слушайте, напряженный поединок, и знаете, нету такого, что игра идет в одни ворота, да, у них первый поединок выиграл Конор, дальше выиграл Хабиб, и сейчас тут тоже идут ноздря в ноздрю, и остается, смотрите, 257 хп, и, блин, добивает вышку, почему, блин, я не знаю, я просто...
В реальном поединке буду болеть за Конора, потому что я на него поставил ставку. У каждого, конечно, свои взгляды, но в данном сражении побеждает Хабиб. Вот так вот. Хотя, подождите, стопе, счет становится 1-1 по вышкам. И, напоминаю, у них общий счет тоже 1-1. И 1400 хп оставляет Хок, рано еще делать выводы, стоп. Продолжается поединок, ставится пушка, причем вовремя агрится принцесса на пушку. Слушайте, хоть я такой колоды не встречал Хок с гоблинской бочкой, но тем не менее Хабиб неплохо с ней играет. Вот. Итак, вот она, Инферно, Дровосек. А, Громовержец, четенько, смотрите, как дефает Инферно. И пока что преимущество на стороне Хабиба. Все-таки он первым снес вышку и, скорее всего, добивает он и вторую. И победа становится именно за Хабибом. Вот такие вот дела, ребята. Ай, у Конора бомбит, а? Итак, ребята, я нахожусь на аккаунте у победителя, и прямо сейчас ему закину 500 гемов на аккаунт. Кстати, я не сказал в начале об этом, но скажу сейчас, ребята, как я буду вообще выбирать рандомных игроков. Условия всегда будут разными. Я могу там с комментариев выбрать, я смогу там, не знаю, в группе, ВКонтакте где-то. Но в основном это будет в отдельной группе. Я буду скидывать пост, вам нужно будет его репостить. И через рандом.орг я буду выбирать по репостам двух игроков. Ссылку на группу я потом оставлю, либо в следующем видосе вам покажу эту группу. Так что не переживайте, если вы захотите принять участие, обязательно принимайте. И подписывайтесь на канал и напишите, как вам данная рубрика. В скором еще две рубрики я вам хочу продемонстрировать, надеюсь, они вам тоже понравятся. Итак, давайте закинем 500 гемасиков, потом будем болтать. Там, кстати, спецухи были, но условие было именно 500 гемов, 5 баксов. Итак, на ваших экранах сейчас должны ему зачислиться гемы. Вот, все честно, все он получил. Никакие там не китайские, не дешевые. Ну, пока что такие призовые фонды. Если, опять же, эта рубрика очень хорошо зайдет для всех, я буду потом делать выше призы. Естественно, больше. И, возможно, больше игроков будут батлиться. Короче, будем эту тему развивать, если она вам понравится. Вы свои тоже пишите идеи в комментарии. Возможно, какая-то идея нам приживется. Все, на этом буду прощаться. Спасибо вам за просмотр. Ждем сегодня бой Хабиба и Конора ночью. Или когда он там, ну, по МСК, по-моему, будет в час ночи. Подписывайтесь на канал и приходите сегодня ко мне на стрим. Спасибо вам всем, до новых встреч, скоро увидимся. Пока.